Здравствуйте, это английский с Джулией. И сегодня мы будем строить вопросы. Но как же построить вопрос, если в предложении нет глагола? А как мы знаем, любой вопрос в английском должен начинаться с глагола. Итак, you are afraid. Ты есть боящийся, то есть ты боишься. Afraid в английском языке является прилагательным. И здесь мы подставляем глагол to be. В вопросе мы меняем местами подлежащее и глагол to be. Are you afraid? You are shy. Ты стесняешься. Are you shy? Ты стесняешься? You are hungry. Ты голодный. Are you hungry? Ты голоден? Well done. See you.